Столетие чувашского профессионального изобразительного искусства отмечают не только художники Чувашии, но и мастера из других регионов России и Украины. Международная передвижная выставка «Радуга дружбы» ждет ценителей прекрасного в Национальной библиотеке. Международный пленэр «Радуга дружбы» современных художников Чувашии, России и Украины проводится уже много лет. В честь великого мастера, родоначальника чувашского профессионального изобразительного искусства Алексея Кокеля, художники с разных городов России и других стран приезжают в Чувашию на кокелевский пленэр. Живописцы, пейзажисты, портретисты – всего за эти годы в пленэре участвовали более 60 мастеров кисти разных национальностей. Их картины написаны в живописнейших уголках Чувашии – в эти дни украшают галерею «Серебряный век» в Национальной библиотеке Чувашии. Как признаются сами художники, для них это очень важное событие. Долгие зимние вечера в мастерских, наконец, сменяются летними погожими днями, и мастера с головой могут окунуться в мир природы, что, несомненно, передается в их произведениях. Мне посчастливилось первый раз побывать на Кокельском пленэре в 2011 году. Летом, в июне месяце. И, вы знаете, я так вдохновилась этим пленэром, что я себе сказала, что на следующий год я обязательно хочу еще раз вернуться в эти края, написать эти места, проникнуться этим. И так судьба мне предоставила такой подарок, что, значит, в 2012 году я тоже, значит, у меня Василий Владимир Александрович пригласил на этот же пленэр. И вот эта вот гармония, взаимопрекновение, значит, художника и природы вызывает такую бурю чувств, что начинаешь, значит, работать, сам даже не подозреваешь, что ты вообще можешь сделать. Такой открывается внутренний потенциал. И что я хочу сказать, что я даже, можно сказать, что я даже не писала, я говорила красками. На этой выставке представлены работы именитых мастеров. Народного художника России, председателя Союза художников Чувашии Ревеля Федорова, заслуженного художника Чувашии Константина Долгашова и других народных и заслуженных художников России и Украины. Масштабная передвижная выставка уже успела побывать в Национальном музее до 26 февраля. Оценить яркость красок и проникнуться летним настроением художников все желающие могут в Национальной библиотеке Республики. Дани Фатагерова, Евгений Анисимов, Республика. Публика.